Давай, Дани, ебошь. Ага, у меня глаза выпали. Она кисит. Это уравнялка, так равнялка. Из рук Ну, видно, нормально? Да, когда в машине нету мест, называется. Шестым будешь. Бля, я должен на этом кататься. Накис там по-любому бахает. Зато смотри, как охуенно после него. Надо, слушай, колеса 2-3 прицепить за машину и так кататься. Да, и толпу народу его. Да-да-да, а аттракцион, ты чё? Да это заебись. Твою угла дает. А он, походу, за ногу зацепился. Ему, походу, больно, он их жжёт. Перекладочка пошла. А ему, походу, блядь, а чего там это пойдёт? Железная, блядь. Не, я перевернул. Чтоб там это, в глубине сидеть, чтоб там даже был куда навалить, если чё. Он-то навалит, но... Вот, Алина, ты представь, ты что вчера отказывалась? Вот теперь тебе, когда я буду говорить, поехали с нами, ты будешь говорить да-да-да? Ром-зон-зон-зон-зон. Так, мы надо на цивильной штуке подушку возьмем, на которой катались с ручками его. Чтобы вдвоем на ней поедем. Слушай, а может еще аттракцион реально-таки устроить? А что, это и нам равнялка, блядь, и денег еще можем отрубануть. Специально для экстремалов. Ой, надо равнять треки бы. Не, давай мы в натуре задуримся. Ты видно, что он делает, нет? Да, через такой туман ты ничего увидишь. Но я... Главное, что, сука, он это самое... Не отцепился. Не отлетел, но... Не, а там как пристёгнуто, заебись. А он, чтобы он с покрышки не свалился. А, ну это уже беда, а ему главное башкой назад откидываться тогда, чтобы если что, мы его в шлем ударили. Да, вот именно, что надо, чтобы мы если что не подошли. Ты глаза ебёт, ебёт, ебёт. Шурик, вставай, сейчас тут будешь снимать на этой позиции. Я оттуда снимать буду. Живой! Как? I'm next, не ебёт. Да уже аттракцион, блядь, придумали. Дай мне шлем. Надевай шапка и дай мне шлем. Я уже отряхиваюсь,